то глубокие руки шире. Его не часто запрошали на кинозъемки. У нас в гостях актер театра на Таганке Владимир. Да не волнуйтесь вы, голубушка, не волнуйтесь, миленькая, все сейчас снимем. Его концерты забраняли. А всего 15 минут висит это чертово объявление, и уже весь город знает, весь. А он, актер, поэт и выканавца, на супероку сяму стал символом советской эпохи. И в этом плане у нас записано выступление вот этого блатного артиста, да? Поэта у нас в плане не запланировано. Да его просто невозможно запланировать заранее. До дня нараджения у Владимира Высоцкого сатирична комедия «Страсти по Владимиру» и самый незвычайный фильм про революцию «Интервенция» на Беларусь 3.